Всем, уважаемые блогеры, принесли суп том ям. Лучше бы я его не брал. Вот правильно говорят, что нормальную вещь не назовут таким подозрительным словом. Том ям. Кислый, противный. На любителя, мне не понравился. Мне не понравился. И блондинки, девушки, вы перестали с ним разговаривать. Шли себя там, так сказать. Кто-то о своем думает. И пошел я домой спать. Футбол, смотри, сегодня играют наши. Сидели, голландцы играют. Полуфинал. И будем смотреть, с пол первого начинается игра. Вот они оживились по 11 лет. Как про футбол заговорил, они раз, сразу начинают смотреть. Суп. Ерунда.